любое время суток, в любую погоду, по дорогам с твердым покрытием и бездорожью, в сложных дорожных ситуациях используются в органах милиции оперативно-служебные автомобили и мотоциклы. В сложной милицейской службе к автомототранспорту предъявляются особенно высокие требования, так как от его безотказной работы часто зависит эффективность охраны общественного порядка, своевременность раскрытия преступлений и доставка оперативных нарядов к местам несения службы. Техническая готовность транспорта милиции обеспечивается в автохозяйствах МВД, УВД путем организации правильного хранения и своевременного проведения технического обслуживания и текущего ремонта. Для этого в центральном гараже автохозяйства размещаются контрольно-пропускной пункт, посты диагностики, технического обслуживания и ремонта, крытые стоянки. Контрольно-пропускной пункт предназначен для обеспечения установленного порядка въезда и выезда машин с территории автохозяйства, а также контроля технического состояния машин. Пункт укомплектовывается контрольными приборами и инструментом, позволяющим устанавливать техническое состояние узлов и агрегатов машин, влияющих на безопасность движения, а также образцами бланков, путевых листов и пропусков. На постах ежедневного обслуживания выполняются уборочно-моечные работы по каждой машине, возвратившейся в автохозяйство и направляющейся на стоянку или рабочие посты авторемонтной мастерской. Посты ежедневного обслуживания оборудуются установками для мойки машин и для наружной мойки двигателей, пылесосами для уборки салонов автомобилей. Стоянка машин в крытых помещениях способствует продлению срока их службы и сохранности, облегчает пуск двигателей при низких температурах. С целью обеспечения пожарной безопасности на стоянке устанавливаются огнетушители, ящики с песком, спринтерные устройства, включающиеся под действием тепла при возникновении очага пожара. Устанавливаемые на стоянке телевизионные камеры позволяют вести наблюдение за порядком на стоянке. Стоянка оборудуется средствами, обеспечивающими безопасность маневрирования машин. Диагностика технического состояния машин является составной частью технологического процесса производства, технического обслуживания и текущего ремонта. Пост углубленной диагностики оснащается стендами для проверки тягово-экономических показателей автомобилей, проверки тормозов, углов установки управляемых колес, приборами для проверки электрооборудования и проверки специального оборудования, установленного на машинах.
обслуживания должны быть отделены от постов текущего ремонта и функционировать самостоятельно. Текущий ремонт выполняется на постах и участках, выделенных по технологическому приставу. Оперативное руководство всеми работами в авторемонтной мастерской осуществляется Центром управления производством. Центр управления производством должен располагать промышленной телевизионной установкой, позволяющей вести наблюдение за производственными постами, пультом оперативной связи, мнемосхемами загрузки постов, картой-схемой расположения пунктов технического обслуживания, необходимой оргтехникой. Выезжая на службу, каждый водитель должен быть уверен в безотказной работе машины при самых неблагоприятных обстоятельствах. Это в немалой степени зависит от четкой работы механиков контрольно-пропускного пункта. Машины, возвращающиеся с линии, осматривает дежурный механик контрольно-пропускного пункта. Он также проверяет правильность заполнения путевых листов. Если при осмотре машины не обнаружены неисправности и водителям не были высказаны жалобы на отказы во время работы, механик направляет ее на ежедневное обслуживание и на стоянку. В зоне ежедневного обслуживания выполняются уборка, мойка, сушка и протирка машин. В то время как мойщик на первом посту очищает машину снаружи от комков грязи, снега, льда и моет двигатель, водитель машины производит уборку салона кабины. Второй пост предназначен для мойки машины снизу и мойки дисков колес. Мойка кузова машины осуществляется автоматической пятищеточной моечной установкой. За каждой машиной закрепляется определенное место, над которым вывешивается табличка с обозначением государственного номерного знака этой машины. Поставив машину на стоянку, водитель обязан отключить клемму аккумулятора и доложить дежурному о комплектности машины. Ключ замка зажигания остается в замке зажигания, двери не запираются. Thank you.
Когда машина возвращается в автохозяйство с линии технически неисправной, водитель информирует механика о неисправностях машины. В этом случае механик более тщательно осматривает машину, используя при этом необходимые приборы, что позволяет точнее определить характер неисправности и сделать предварительные выводы об объеме предстоящих ремонтных работ. Такая же тщательная проверка проводится на машинах, которые по графику направляются на техническое обслуживание. На каждую машину, направляемую в мастерскую на ремонт или техническое обслуживание, механик выписывает заявочный лист. О направлении машины в мастерскую и об ориентировочном времени простоя механик сообщает диспетчеру автохозяйства. Руководителем центра управления производством является, как правило, начальник авторемонтной мастерской. В крупных мастерских функции руководителя центра могут возлагаться на старшего инженера. Помощь в работе руководителю центра оказывает техник-оператор. С помощью средств связи начальник мастерской в начале рабочей смены уточняет сведения о загрузке постов, наличии ремонтных рабочих, работе и состоянии оборудования, наличии на складе оборотных агрегатов, запасных частей и материалов, необходимых для выполнения ремонтной операции по каждому выписанному заявочному листу. После этого начальник мастерской принимает решение о последовательности, месте и времени выполнения заявленных работ, назначает ответственных за их выполнение. Отметки о принятом решении заносятся в оперативный план и заявочные листы. Сменные задания по всем производственным подразделениям доводятся до руководителей подразделений на совещании у начальника мастерской. Руководители подразделений или ответственные исполнители по мере выполнения заданий докладывают начальнику мастерской об окончании работ. На основе поступающей информации начальник мастерской делает отметки об окончании отдельных работ или всех работ по данной машине в оперативном плане. На пульт управления начальника мастерской в течение рабочей смены поступает также информация об отклонениях в производственном процессе, нарушениях сроков выполнения заданий и их причинах. Первое техническое обслуживание является одним из основных профилактических воздействий. Из всех работ первого технического обслуживания сначала выполняются контрольные операции, позволяющие определить техническое состояние узлов и деталей, влияющих на безопасность работы автомототранспорта. В состав операции ТО-1 входят также крепежные, регулировочные, электротехнические и смазочные работы. Выполнение ТО-1 осуществляется на специализированных постах специализированными бригадами ремонтных рабочих. Вторым техническим обслуживанием машины направляются на углубленную диагностику с целью выявления неисправностей, устранение которых требует больших затрат времени. Обнаруженные неисправности машины устраняются до постановки ее на ТО-2. На углубленную диагностику направляются также машины перед текущим ремонтом, если требуется уточнить объем и характер предстоящих ремонтных работ. При углубленной диагностике снимаются мощностные характеристики двигателя, проверяются правильность установки зажигания, работа электрооборудования, измеряется содержание окиси углерода в отработанных газах, проверяется техническое состояние агрегатов, узлов и систем трансмиссии и ходовой части, тормозные качества машины.
техническое обслуживание – это более сложная и углубленная проверка технического состояния машин. В зависимости от суточной программы и однотипности моделей машин, выполнение ТО2 организуется на потоке или на тупиковых постах. Из ТО2 исключаются контрольные и регулировочные работы, выполненные при углубленной диагностике. При ТО2 допускается выполнение ремонтных работ небольшого объема, не нарушающих ритмичности технического обслуживания. Запасные части и материалы, необходимые для проведения этих работ, поставляются на посты персоналом подготовки производства. Для их транспортировки используются ручные механические тележки и электропогрузчики. Текущий ремонт неисправных машин производится агрегатным методом, при котором неисправные агрегаты и узлы заменяются на исправные из оборотного фонда. Снятые с машины неисправные агрегаты, узлы и приборы ремонтируются на специализированных участках ремонта агрегатов. Перегон машин внутри автохозяйства и постановка их на ремонтные посты осуществляется шоферами-перегонщиками или автослесарями, имеющими водительские удостоверения на право управления машинами и допущенные к управлению. Вся организация производства должна быть направлена на исключение из участия в текущем ремонте водителей машин. Сварочные, кузовные, обойные, малярные и некоторые электротехнические работы выполняются непосредственно на машине на специализированных постах и участках. Обслуживание и текущий ремонт транспорта отдаленных горрайорганов проводятся в пунктах технического обслуживания гаражей органов. В горрайорганы, которые не имеют пунктов технического обслуживания, а также в горрайорганы, где эти пункты не выполняют все виды технического обслуживания текущего ремонта, периодически направляется подвижная мастерская. Работа подвижной мастерской организуется по графику выездов, который раз в квартал составляется технической службой автохозяйства и утверждается руководством МВД УВД. Перед направлением мастерской в рейс уточняется характер предстоящих работ по текущему ремонту транспортных средств органов и потребность их в имуществе для выполнения этих работ и для пополнения необходимого запаса запасных частей. Во время пребывания в горрайоргане бригада подвижной мастерской проводит технический осмотр всех машин горрайоргана, выполняет техническое обслуживание машин и проводит работы по текущему ремонту. Если ремонт вышедших из строя отдельных агрегатов машины на месте практически невозможен, неисправный агрегат заменяется на исправный оборотный агрегат, доставленный подвижной мастерской. В промежутках между заездами в гараж горрайоргана подвижной мастерской весь комплекс работ по техническому обслуживанию и ремонту машин органов выполняется непосредственно рабочими пункта технического обслуживания. Для работы в пункте с учетом универсальности выполняемых работ подбираются слесари-авторемонтники высокой квалификации. В пункте органа должны проходить обслуживание все машины органа, независимо от источников их содержания. Thank you.
обеспечение высокой технической готовности оперативно-служебного транспорта органов внутренних дел – одна из главных задач автомобильной службы. Ее успешное решение достигается тогда, когда широко и повсеместно внедряются передовые методы организации и управления производством технического обслуживания и текущего ремонта транспорта. На совершенствование этих методов должны постоянно направляться усилия всего персонала автомобильной службы.